Мы для вас без выходных. Когда как большая половина жителей Ульяновска остается дома, товаропроизводители продолжают трудиться. Пекут хлеб, производят продукты питания, работают в полях. Все для того, чтобы в период самоизоляции на столах ульяновцев были все необходимые продукты питания. Тысячи аграриев по всей стране выкладывают фото и видео с общим хэштегом «Мы для вас без выходных». К акции присоединились работники цеха по переработке молока «Ульяновск-курорт». В данный момент, значит, мы производим кефир, выпустили, значит, новое производство, у нас новое кефир обезжиренного, который мы поставляем на Милку, значит, берут пекарни у нас это. Также мы производим сыры, йогурты, молоко пастеризованное 2,5%, 3,2%, ряженку производим. Цех начал работать с 2012 года. Все оборудование было приобретено в Израиле. Продукцию компания поставляет в сетевые магазины и санатории. Работу продолжают и сотрудники крестьянско-фермерского хозяйства Эллы Глебовой. На производстве варят выдержанные итальянские натуральные сыры из фермерского молока. Ситуация, конечно, добавляет нам сложности, но, в принципе, мы пищевое производство, сертифицированное по ХАСПу, безопасное пищевое производство, поэтому основные моменты у нас реализованы и так по нашей программе безопасности производства. На сыроварне действуют серьезные требования по санобработке, а в период пандемии правила ужесточили. Ежедневно проверяется температура работников, закуплены обеззараживающие средства. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Улправда ТВ.